И надо же случиться, чтоб как раз тогда королю сигарному Генри Клейн пришел белей, чем облаков тогда, величественнейший из сахарных королей. I beg your pardon, мистер Брэк. Почему и сахар белый-белый должен делать черный негр? Черная сигара не идет в усах вам? Она для негра с белыми усами. И если вы любите кофе с сахаром, то сахар извольте делать сами. Негр посопел подбитым носом, поднял щетку, держась за скулу. Откуда знать ему, что с таким вопросом надо обращаться в Коминтерн, в Москву.